Будем держать дистанцию. Похоже, она вымоталась. Бежит намного медленнее обычного. Я видел разорванные останки гиганта. Эрон погиб? Он Дживс. Кажется, эта мразь не лишена интеллекта. И ее целью было похищение Эрона. Если бы хотела убить, раздавила бы. Но вместо этого она засунула его себе в пасть и пустилась на утек. Все это время она пыталась сожрать Эрона. Если это так, то он плавает в ее желудке. Было бы разумно предположить, что он уже мертв. Он жив! Очень на это надеюсь. И вообще, если бы вы исполняли свой долг и защищали Эрона, этого бы не случилось. Понятно. Ты одна из тех, кто была на суде. Эрон твой близкий друг? Придется ограничиться одной целью. Сначала перестанем пытаться убить великаншу. Но она ведь только наших положила. Пока она может покрывать свою кожу броней, ее невозможно убить. Делай, как говорю. Так что поставим на то, что Эрон все еще жив. И освободим его, прежде чем она выберется из леса. Я займусь ей. А ты отвлечешь внимание. Даже слишком. Она не поспевает за ним. Мы можем ударить в затылок. Она устала. Даже двинуться не может. Это мой шанс! Не смей! Эрон! Эй! Уходим отсюда! Эрон! Кажется, он в порядке. Жив вроде. Но весь в дерьме. Забудь о ней. Пора сваливать. Помни о нашей поставленной цели. Или потворство желаний для тебя важнее его спасения? Разве он не твой друг, который тебе дорог? Да нет. Я...